Привет, с вами Снежана, и вы на канале Снежана и Снежок. И сегодня я вам расскажу, как сделать эмоджи, если у вас нет айфона X. У меня нет 10-го айфона, и я очень долго искала, как их сделать. Я даже скачивала кучу приложений, где говорили, что можно делать эмоджи, но это все не то. Оказалось, что это просто аватар, который могут выполнять какие-то движения. Но это совсем не эмоджи. Но недавно появился способ, как можно снимать эмоджи на Android и на другой любой айфон. Голова получается объемная, не так как аватар. Эмоджи могут передавать разные эмоции, например, как удивление, поднимать брови, моргать, закрывать глаза и поворачивать голову в разные стороны. А еще можно сделать вот так. И, конечно же, улыбаться! И очень хорошо открывает рот. И можно даже потанцевать. К сожалению, здесь своих персонажей нельзя создавать. Можно только выбрать из библиотеки. Здесь есть персонажи как и для девочек, так и для мальчиков. Сейчас я вам покажу, какие есть. Вот такая милая девочка с фиолетовыми волосами и в наушниках. А это, скорее всего, мальчик-блондин в шляпе. А здесь я мулаточка в такой красной кепке крутой. А это обычный эмоджи мальчик. Если сделать себе хвост, будет похоже на эмоджи девочку. Круто, можно попробовать. А этот мальчик прикольный, с зелеными волосами, бровями и глазами. Только волосы надо спрятать, он очень прикольный. О, а это мальчик с красными волосами и бровями и глазами, похожий на зеленого. Я похожа на какого-то мультяшного героя, на какого-то мальчика, только не вспомню, на какого. Смотрите, какая милая блондинка с такими розовыми ушками и с голубыми глазками. Такая милашка. А вот эмоджи с очками. Она тоже очень крутая. Такая школьница. Круто. Я школьница. Понятно. А теперь я мальчик в очках. Кто вам больше нравится, девочка в очках или мальчик в очках? Пишите в комментариях. Мне девочка нравится больше. Крутая девочка с прикольным блейзером. Мне очень идет. Вау, круто. А еще такой эффект. Просто бомба. Мальчик такой интересный. Нарисованный такой. Круто, прикольно сделали. Я мальчик. Круто. Я кошечка гламур. Мур-мур-мур-мур. Я киса. Кис-кис-кис-киса. Я кошечка гламур. А еще здесь есть несколько мордочек животных. Собачка, кошечка и свинка. Вот такая вот кошечка. Можно менять фон, нажимая на фон. Вот такой белый фон со звездочками и просто на лице. Та-дам! Мяу, мяу. Я кошечка гламур. Вот это больше подойдет. Теперь вот такая свинка. Тоже можно сделать разный фон. Харю-харю. Улыбачка-свинка. Вот такая собака. Как вам? Собака-улыбаха. А для того, чтобы снять видео с эмоджи, вам понадобится приложение. Какое? Квай! Просто Квай. Вообще, это соцсеть наподобие Лайка и ТикТока. Только они сюда добавили еще эмоджи. И это очень круто.
Итак, заходим в приложение Квай. Дальше нажимаем на улыбочку или смайлик. И выбираем эмоджи. Давайте с этим эмоджи снимем клип. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now wish to stop. Wish we could turn back time to the good. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now wish to stop. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. Hiya, Bobby. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. Надеюсь, вам этот ролик был очень полезен, и вы снимете кучу классных трендовых видео. И на этом все. Мой ролик закончился. И кому понравилось мое видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!